Собственно, я снова на втором месте. То есть, по сути-то, я не отстал особо. Даже, вроде бы. Так. Надо все-таки на дороге вести себя аккуратней. Уже 90 с лишним минут мы едем по этой трассе. В каком-то смысле считайте, что вы уже посмотрели хорошенький фильм какой-нибудь. Гребаный серпантин. Ненавижу эту гадость. Нет, конечно, на какой-нибудь Митсубишке эту часть трассы было бы очень приятно проходить, но не на вот такой вот машине. Почему здесь нельзя было вот так вот взять, например, срезать? Можно ведь? Ладно. Продолжаем серпантинить. Хотят они меня этим все-таки достать. Это будет в этом видео самая моя нелюбимая часть. Гребаный серпантин выносит мне мозг. Это постоянный стоп-старт, стоп-старт, газ-тормоз. Ха-ха, лох. Впендюрился. Я снова первый, пусть и ненадолго, но я первый. Обогнал он меня все-таки засранец. Ну, в принципе, это было предсказуемо. Я даже заранее, по-моему, сказал, что я первый, но хоть и ненадолго. Ладненько, гоним дальше. На мое удивление, считайте, четвертая или какая там серия сейчас... Нет, пятая, получается, будет, наверное. То есть почти пять серий записалось за один заезд. Это все еще одна гонка. Вот сейчас я однозначно осознал то, что мне говорил подписчик про длинные гонки. Знаете, типа, ой, да там есть гонки по 8 часов. Знаете, 8 часов я не выдержу ехать, честно. То есть я вот сейчас вот сижу, я уже так... мои руки.
Что там через 8 часов будет, я даже думать не стану. И 8 часов гонки у меня точно не влезет на запись. Тихо, камни. Отлично, ладно. О чем бы с вами, ребят, поговорить? Сейчас вот честно, уже мысли никакие в голову просто не лезут. Вообще. Уже 7 утра. Скоро на работу. Я думаю, я гонку эту все-таки допройду. Так. Главное удерживаться на дороге, не врезаться в грузовики и всякую хренотень. Да, наверное, все-таки это важно. Пока дорога прямая, более или менее. Все хорошо. Наш зеленый дружок. Привет, пока, наш зеленый дружок. Я понимаю, что ты меня скоро обгонишь, но мне пофигу. Я тебя 3 раза догонял, 3 раза обгонял. Капитолий? Хотя не, наверное, это что-то другое. А нет, Капитолий, слушайте. Я сейчас посмотрел на карту, действительно Капитолий. Центр города. А вот в городе у меня, кстати, есть шанс его обогнать, потому что здесь много машин, он может во что-нибудь вписаться, например. Где-нибудь притормозить. Но проблема в том, что мы выехали из города, и тут ездят автобусы. Как это было красиво-то, а? И, конечно, я думал, что он впишется, но чтобы он вот прям вот так вот вписался. Я даже не ожидал. 6 километров. Я рад, кстати, что то, что он вписался, попало на запись. Он меня, конечно, сейчас догонит, обгонит. Знаете, вот ради вот таких вот вписываний стоит, собственно. Он опять вписался, бедняжка. И стоит, собственно, записывать эти игры. О, Golden Road, если я правильно помню, впереди нас. Здесь мы сейчас до него доедем. Сможем через него переехать. Точнее, Golden Gate. Золотые ворота. Мост так называется, насколько я помню. И если я не ошибаюсь, то он считается одним из самых длинных мостов, в принципе. Я прям жестко его прессую.
Там, не даю бедняге меня обойти. Но я понял, что я сделал, походу, ошибку. И неправильно поехал. То есть, с одной этой стороны, я, конечно, первый был только что, опять. Но из-за того, что я пропустил поворот, более того, уверился в том, что я, в принципе, еду более-менее правильно, я стал последним. Ладно, на Golden Gate мы их должны догнать. Ну, либо сразу после него, потому что мост, как я уже говорю, длинный, большой и офигенный. Выезжаем на трассу. Хочется надеяться, что Golden Gate попадет на запись. Общее количество записей 3 часа. Оказывается, в терабайт помещается чуть больше, чем я думал. Нет, мы их не догоним на Golden Gate. И даже не сразу после. Кто ж такие машины тут понарасставлял-то, а? Я честно надеюсь, что в этом городе все и закончится, блин, потому что если нет, это будет очень обидно. Но с другой стороны, если все это закончится в этом городе, то все будет очень обидно для меня. Ну, кстати, плюс этой миссии в том, что все-таки можно ездить как угодно, то есть я могу срезать где угодно абсолютно, без разницы. И вот это мне нравится. Нет, в этом городе все не закончится, 19 километров сейчас посмотрел. Это хреново. Ладно, едем дальше. Собственно, выбора-то у нас особого и нет. И где-то здесь должна быть хорошая местность с трамваем, где можно было попрыгать. Ну да ладно. Что-то пока что я не очень-то догоняю своих соперников. Все-таки тот момент меня подкосил, самую малость. Так. Различия в пейзажах колоссальные, конечно же. Мы не так давно были в пустыне, не так давно были в горах. Вон летающий самолет прямо над нами пролетает. Даже, слушайте, дозаправка. Вон два самолета было скреплены. Самолеты с дозаправкой в воздухе. Прикольно. Ребята как-то оторвались от меня довольно сильно. Надо все-таки их стараться нагнать.
Не лучший вариант для того, кто пытается догнать соперника, вписаться во что-нибудь. Но мы продолжаем делать свое дело. Продолжаем гнать на машине. Пока все идет довольно хорошо. Вообще, на самом деле, на всякий случай надо под запись будет освободить еще 1 терабайт, наверное. Но проблема в том, что там выложено, точнее, записано полностью Майами. Хотлайн, которая Майами. Надо ее, наверное, выложить. Гоночка специфическая. Уже начинает чуть-чуть напрягать. Не, она определенно крутая. Знаете, вот момент, когда ты не можешь не поставить на паузу. А нет, я могу поставить на паузу. А, сейчас приду, сори. Ух, я вернулся. Вернулся я. Слушайте, это радостная новость, она мне подогрела душу. Оказывается, оказывается, эту гонку можно ставить на паузу. Черт. Даже обидно как-то. Если обидно, что я об этом раньше не узнал. Лайнер круизный. Сейчас не знаю, почему вспомнился фильм «Форсаж», где они там угоняли грузовики. Точнее, бензин, топливо, если помните. По-моему, это была 3-я часть, если не ошибаюсь, или 4-я. Нет, не 3-я. 3-я — это «Токийский дрифт». Значит, 4-я. Хотя вот что во второй части, я уже не помню. Память короткая, как говорит один мой хороший друг, как у рыбки. Хотя это его фишка, так что не буду заменять свой мозг на мозг рыбки. Езда просто хороша. Приятная и хороша, когда ты отдохнул, открыл окно. В общем, это такое, знаете, неожиданное быстренькое путешествие по всей карте. Как я уже говорил, я впоследствии все равно собираюсь пройти всю эту карту, только более нормальным способом и на своих условиях, на своей машине. То есть на той машине, которую выберу таки я. А не кто-то выберет ее за меня. Ой. Хорошо подфризнуло там-то, а? Ну ладно. Я говорю, в принципе, процессор или видеокарта уже начинает перегреваться, потому что, ну, все-таки огромное количество обработки данных.
Хотя я это говорил, наверное, час назад. Примерно то же самое. Два километра. Надо потихоньку догонять их все-таки. Ребятки, я еду по вашей душе. Друзья, притормаживайте там где-нибудь. Главное не в автобус, главное не в автобус. Знаете, во все что угодно, только не в автобус. Следующий в 2 километрах. Иногда себя машины здесь очень странно ведут, честно говорю. Ребятки, ребятки, ребяточки. Один мини-купер мы обогнали. Похоже, все может закончиться где-то в этом городе или рядом. Опять я еду не туда, куда меня ведут. Но видите, иногда это приносит свои плоды, а иногда приносит свои плоды разочарования. В общем, в данном случае плоды разочарования тут скорее по моей вине, нежели по вине GPS-навигатора. Вообще все относительно. Ой. Как-то я странно подлетаю иногда. Еще раз повторюсь, физика у машин специфичная. Привет, пока. Вообще, на самом деле, я удивляюсь, как меня иногда догоняют вот эти двое, которые сзади меня сейчас. Непонятно. Потому что в прошлой гонке, которая была, она была все-таки немножко другой. Так, надо спешить. Запись, возможно, кончится вот-вот. И я уж хочу теперь, что, смысл, финиш, чтобы был запечатлен. 1,5 километра. Ну давай, деточка, да давай, гони уже. Хрен с ним, что там первым не буду. Главное, чтобы записать эту гонку к чертям полностью. Я хоть заодно буду знать, сколько я смогу записать материала до момента отваливания жесткого диска. Так, пока гоним. Ориентирчик. Ориентирчик за ориентирчиком. 2,5 до следующего. Ох. Чуть-чуть осталось. Ребятки, чуть-чуть, буквально. Вот-вот мы уже доедем. Порадуйтесь за меня.
это, я не знаю, была или не была, ну, в плане вообще объяснений. Наверное, самая длинная гонка, которую я когда-либо гонял без перерывов фактически. Ну, пожалуйста, скажите, что он рядом в километре по прямой. Ура, ребята! Мы прошли эту гребаную гонку. Я всех поздравляю, кто дотерпел и выдержал весь все это прохождение этой гонки. Надеюсь, вам понравилось. Да! Финиш! Задание выполнено. Получен уровень 25. Что я хочу сказать, ребята, меня очень устали мышцы рук, очень сильно устали. Собственно говоря, мы вот таким вот непонятным путем каким-то, сейчас даже попытаюсь, знаете, вырисовать, смотрите, мы вот отсюда ехали вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот здесь вот проехали, здесь вот сюда вот, вот так вот. Все это заняло 2.5 часа. Точнее, 2 часа. Это весело. Я устал. Поэтому давайте мы с вами телепортнемся на гоночку в Майами.